Всем привет, это Тони Рок из команды Top 9, специально для Break Advice. Сегодня с вами мы поговорим о смене футворки, смене уровней футворки. Очень важно сменять уровень футворки, для этого, поэтому он будет смотреться намного динамичнее и богаче и интереснее. Мы сделаем это на примере сикстепа. Все из нас делают сикстеп внизу в основном. Сейчас мы попробуем его сделать наверху, как топ рок. То есть сделаем все то же самое, только наверху сикстеп. Все 6 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Теперь мы попробуем соединить этот сикстеп и сделать один оборот вверху, следующий оборот внизу. Начнем снизу. Это у нас был целый оборот. Сейчас мы попробуем разделить сикстеп на две разных части. Передняя часть и задняя часть. Начнем с задней части. У нас будут вот эти шаги, это задняя часть. Итак, мы сделаем заднюю часть сейчас наверху, а передняя будет внизу. Поехали. И наоборот, сейчас сделаем переднюю часть наверху, а заднюю внизу. Для тех, кто не выкупил, сделаем это чуть-чуть медленнее. Итак, по шагам. Сейчас будем подниматься в задней части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь то же самое медленно, когда мы будем подниматься в передней части сикстепа. Когда вот эти шаги. Пам-пам, пам-пам. Это упражнение поможет вам быть более динамичным в футворке, интересным. Смена уровня – это всегда круто, динамично. Также вы можете использовать, брать любые другие шаги из футворка и пробовать их делать наверху. Например, сиси степ, да? То же самое вы можете делать наоборот, брать какое-то топ-роковое движение и пробовать его сделать внизу. Например, Indian Step. Все, тренируйтесь, пробуйте менять уровни. С вами был Тони Рок из команды Top 9 на Break Advice. Not recognize. Break advice.